Здравствуйте! Мы продолжаем прогулку по некрополям Александра Невской лавры. Сегодня в передаче «Хранители памяти» о символике надгробных памятников Лазаревского кладбища или, как его сейчас называют, некрополя XVIII века. Старинное Лазаревское кладбище получило свое название от Лазаревской церкви-усыпальницы и в XVIII веке было самым привилегированным в молодой столице Российской империи. Для совершения там захоронения требовалось личное разрешение императора Петра I. В советское время Лазаревское кладбище стало музейным объектом и получило название «Некрополь XVIII века». Некрополь, город мертвых, некрополь 18 века на Лазаревском кладбище. Мы действительно чувствуем себя в каком-то ином мире. В общем-то, кладбище – место всем известное. Но сами надгробия, которые вот сохранились благодаря музею городской скульптуры здесь на Лазаревском кладбище, они уже современному человеку мало понятны, почему именно вот такие формы, архитектурные, скульптурные убранства этих памятников связаны, конечно, с той эпохой, когда они создавались. Это самое старое кладбище Петербурга. Существует оно 3 столетия, и уже давно здесь, почти 100 лет, никого не хоронят. Памятники здесь сохранились 18-19 веков. И прежде всего, памятники того времени, которое мы называем эпохой классицизма. Это конец 18-го, начало 19 веков, когда художники, воспитанники Петербургской академии художеств, изучавшие много античности, ну, лучшие медалисты даже в Италию командировались для того, чтобы в подлинниках увидеть эти сокровища прошлого. Увлечение искусством Древней Греции и Рима было определяющим и объединяющим всех художников-классицистов. И формы надгробий, искусство мемориальное, искусство создания памятников надгробных, оно шло в том же русле, как и все искусство, испытывало влияние того или иного стиля. То вот в эпоху классицизма мемориальные памятники напоминают памятники античного некрополя. Оттуда идет форма жертвенника, как вот надгробие Пуколовых у входа в некрополь. Или вот такой постамент, увенчанный скульптурой плакальщица. Плакальщица часто на памятниках этого времени изображалась обнимающей или облокотившейся на постамент с урной. Урна – вместилище праха. В Древнем Риме сжигали прах, помещали в урну. Стройная девичья фигура, облокотившаяся на урну – это как бы символ психеи, бессмертной души, оплакивающей свою земную жизнь. Урна иногда изображалась и самостоятельно. Вот здесь мы видим сосуд, покрытый тканью и перевитый цветочной гирляндой. Это вот типичная урна эпохи классицизма. В памятниках Лазаревского некрополя сочетаются вот присущие классицизму элементы античной символики с православными нашими понятиями и представлениями. И, конечно же, здесь много крестов. Крест – это напоминание о воскресении Христовом и залог нашего грядущего воскресения, призыв к молитве о упокоении души. Поэтому кресты здесь самые разнообразные формы, размеры, материалы присутствуют на надгробных памятниках. Часто сочетается крест с якорем. Якорь, по слову апостола Павла, символ надежды нашей. И вот надежда на земное благополучие, конечно, смерть прерывает. И вот, видимо, даже на одном из памятников крест изображен рядом со сломанным якорем. Сломанный якорь – вот такая аллегория
конца надежд. Но земной жизнью не оканчивается наше существование, нашей бессмертной души. И поэтому крест вот стоит прямо нерушимо, напоминая о грядущем воскресении. Памятник, у которого мы стоим, памятник отца и сына Пуколовых, это целая энциклопедия аллегорий и символов, которые были характерны для эпохи классицизма. На постаменте Пуколовых видим мы песочные часы. Песочные часы – это символ человеческой жизни. И песчинки, как песчинки в сосуде, дни нашей жизни утекают. И вот здесь, на памятнике Пуколовых, песочные часы еще с крыльями изображены, и крылья эти обрубает безжалостная коса смерти. Изображение косы, как символа смерти, тоже довольно часто бывает на памятниках. Жизнь земная заканчивается, но жизнь души вечна, и часто на памятниках изображается кольцо. Иногда это венок листьев и цветов, которые тоже имеют, в свою очередь, символическое значение. Скажем, лавр – это символ славы, или пальма иногда бывает, раскидистая крона пальмы, тоже слава, ведь пальмовыми ветвями, размахивая, встречали Господа, когда входил он в Иерусалим. Дуб, дубовые ветви – это символ мужества и храбрости. Мирт – символ вечности, вообще любая зелень, и ловые ветки иногда изображали, или вот кипарисовые, это все залог вечной нашей жизни, как вечной зелень. Вот. Но иногда кольцо было в ее форме змеи, свернувшейся кольцом, змеи, грызущей свой хвост. По-разному этот символ истолковывался. Иногда змея символизирует низменность, зависть, злобу. Иногда же вот это символ мудрости. Так что символический знак можно понять адекватно только в контексте, в каком окружении помещается. И в данном случае, конечно, змея, свернувшаяся кольцом, ничего отрицательного в себе не несет. Это, наоборот, знак вечной памяти и вечной жизни души бессмертной. На памятнике Пуколовых вот эта мысль о том, что мы, умирая, душа наша освобождается от земного плена и восходит к жизни вечной, здесь иллюстрируется на этом памятнике она очень своеобразным и даже уникальным образом. Здесь изображены черепа, которые всегда напоминают о смерти, ее неотвратимости. И, конечно, это печальная эмблема. Череп всегда грозно на нас смотрит, ощерившись зубами, с пустыми глазницами. Но черепа у Пуколовых улыбаются. Явно какая-то радость на них присутствует. Дело в том, что над черепами летят бабочки. А бабочка на языке классицизма – это символ бессмертной души. И вот как бабочка вылетает из кокона, кажущегося неодушевленным и мертвым, так вот души наши, покидая земной плен, обретают жизнь вечную. Венчает памятник Пуколовых сова. Это античный символ мудрости, но здесь вполне уместен, потому что вообще памятник насыщен реминисценциями такими античными. Интересно, что вообще-то Иван Антонович Пуколов был секретарем Святейшего Синода, так что имел отношение самое непосредственное к православной эмблематике, но на памятнике его нет креста и нет элементов чисто христианской православной символики. Это, в общем-то, казалось необязательным в эпоху классицизма, потому что здесь для художников, мастеров, создававших эти памятники, важна была гармония целого, ощущение вот единства. Хотя, в общем-то, это вопрос, над ним размышляли, и многие светлые умы думали, вот какой должен быть памятник на могиле православного христианина. Вот замечательное суждение на эту тему высказывал Николай Семенович Лесков, наш великий писатель, который писал, что действительно никаких вот сложных архитектурных, там, скульптурных сооружений не стоит ставить, потому что это все только свидетельство, так сказать, суетности, тщеславия, попытки выделить себя среди себя подобных. Для верующего человека достаточно простого креста на могиле, у которого можно помолиться о душе. Но, тем не менее, конечно, на Лазаревском кладбище это было самое богатое, самое престижное кладбище Петербурга, так что здесь много и скульптуры. Были фигуры, символизирующие веру православную. Вот, скажем, на этом памятнике мы видим сидящую женскую фигуру с раскрытой книгой Священного Писания на фоне креста.
Это как раз аллегория веры. Есть у нас замечательный скульптурный памятник прямо в стене Лазаревской усыпальницы, работа скульптора Ивана Петровича Витали, который украшал скульптурами Исаакиевский собор. Это надгробие Анны Григорьевны Белосельской-Белозерской. И вот на этом памятнике, если внимательно на него глянуть, видно, что изображена там душа покойницы в образе девичьей фигуры, которая устремляется в небеса и ее защищает своей рукой Пресвятая Богородица. И за Пресвятой Богородицы видим мы в небесах изображение Троицы. Бог Отец, Сын, Дух Святой, символизируемый ангелочками, вот херувимами, это головки с крылышками. Развернутая такая аллегория бессмертия души. О воскресении очень много думали, и сейчас вера нас согревает. На одном из памятников некрополя можно увидеть такую аллегорию воскресения юноша, восходящий из гроба, поднимающийся из гроба навстречу солнцу, а солнце, солнечные лучи всегда символизируют славу и любовь Божию. На памятниках некрополя можно увидеть и направленный вниз факел, аллегорию угасшей жизни, и корабль, символизирующий путь души к спасению, и птицу Феникс, которая, согласно античной легенде, сжигает себя в собственном гнезде, после чего из пепла появляется птенец. Благодаря этой легенде в христианстве Феникс стал символом воскресения. Однако в некрополе можно увидеть и символические изображения, которые часто трактуются неоднозначно, даже превратно. Некоторые знаки, ну, особенно сейчас, когда у нас много, так сказать, суемудрия, и благодаря интернету все знают, создаются и превратные толкования отдельных, в общем-то, понятных и вполне не вызывавших никаких сомнений у наших предков символов. Ну, скажем, издревле существует в христианской вере образ всевидящего ока. И у нас есть на памятниках некоторых это символическое изображение, треугольник, от которого исходят лучи. То есть для верующего человека это несомненный образ Бога Отца, от которого исходит Дух Святой. Но иногда в центре треугольника помещается слово «Бог» с славянскими литерами, там, с титлом. Но в то же время этот старинный и хорошо известный христианский символ стали использовать в своей эмблематике масоны. Но масонство – это сравнительно молодое вообще течение, родившееся где-то в конце 17-го столетия, поэтому они широко использовали знаки, присущие разным другим религиям, в том числе и христианской. Вот. Но это не значит, что если мы увидим, скажем, пятиконечную звезду, которая является очень важным символом для масонов, видящих в ней символ Вселенной, то это вот на христианском памятнике будет значить, что, вот, наверное, вот, как-то связано с масонством. Ничего подобного. Любая звезда в христианском понимании – это напоминание Вифлеемской звезде, звезде Рождества Христова. И количество лучей в данном случае не имеет никакого значения. Более того, ведь памятники на кладбищах Александра Невской лавры не ставили просто вот так, как вот хотелось бы кому-то. И хранили здесь только при соблюдении определенных условий. И проект памятника обязательно утверждался, согласовывался с Духовным собором. И уж, конечно, отцы монашествующие вот в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре не допускали никаких вольностей и отклонений от канона. Поэтому, когда мы видим, скажем, звезд с шестью лучами на памятниках, скажем, у Мусоргского, у Глинки, это не имеет никакого отношения к щиту Давида, с которым иногда вот, принимают эту шестиконечную звезду. Это Вифлеемская звезда. Наш рассказ о некрополях Свято-Троицкой Александро-Невской лавры завершен. Но сотрудничество с Государственным музеем городской скульптуры продолжается. Всего вам доброго. До новых встреч!